пункте пропуска СРМ пограничники вновь задержали несколько больших грузов с медицинскими средствами индивидуальной защиты. 14 фур было водворено на стоянку. Сейчас сотрудники Департамента государственных доходов пытаются установить владельца незаконного груза, потому как документы оказались поддельными. При досмотре грузовых отсеков пограничниками был выявлен товар, который запрещено вывозить с территории Казахстана, а именно медицинские маски, перчатки, защитные костюмы, термометры, антисептики и защитные очки. Кроме того, при проверке документов выяснилось, что товар не зарегистрирован и разрешительных документов на его вывоз нет. Общая сумма товара составила порядка 1 миллиарда тенге. В ходе мониторинга документов на груз выявлено, что электронные счета фактуры не зарегистрированы в информационной системе из СФК, КГД, МФРК. Тем самым они являются поддельными. Общая сумма товара составляет более 950 миллионов тенге. Вышеуказанные факты свидетельствуют о намерении юридического лица выписки поддельных счетов фактур с целью сокрытия фактически полученных доходов и уклонения от уплаты налогов. Материалы по данным фактам переданы в Департамент экономических расследований для принятия процессуального решения. В отношении поставщика инициирована выездная таможенная проверка. Сейчас водители большегрузов уже больше 10 дней живут на штрафстоянке. По их словам, они выехали с грузом из Алматы и должны были доставить его в Москву. Выяснить, кто хозяин груза, они не могут, ведь заказ принимала фирма, которая занимается грузоперевозками. Приехали через СРМ границу проходить. Налоги нас нормально отпустило. Все хорошо. Пограничники начали нас проверять. Вот нашли маски, вот эти маски, перчатки и вот эти, как там, жилеты или как комбинезон. Ну, говорят, что с документами не проблемы, говорят. С документом там представитель груза не приходит, не приезжает сюда, не знает. Ну, мы тоже не знаем представителя, честно сказать. Нам загрузили, мы приехали, вот. Куда и вы нас... везете? Мы везем на Москву. Везем. Специалисты областного департамента государственных доходов говорят, что запросы в Алматы уже отправлены. И сейчас все силы мобилизованы на то, чтобы найти владельца груза. Стоит отметить, что помимо средств индивидуальной защиты, водители везли еще и бижутерию. Юлия Мутылова, Талгат Муратбаев, Аида Сагидолла, телеканал Акжаик.